Друзья, всем привет! Если вы хотите вырастить личи дома из косточки, в этом вообще нет никаких проблем. Я в этом видео вам покажу, как это сделать очень просто. Вообще, если посмотреть на деревья личи, на сами плоды, они выглядят очень интересно, необычно, экзотично. Конечно, плодов, наверное, мы дома не дождемся, но сам по себе этот фрукт, само дерево выглядит очень красиво, необычно. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Я взяла несколько плодов, вытащила сами косточки, замочила в воде на 2 дня, по-моему, если я не ошибаюсь, а потом просто воткнула в горшок с цветком, так как я не совсем была уверена в результате, вырастет что-то, не вырастет. Но какое было мое удивление, когда через несколько дней я увидела какое-то странное растение. Я сначала не придала даже как бы внимания, потом пригляделась, смотрю, у меня надпись личи посажена такого-то. Очень быстро проросло. Я оставила всего одно растение, так как много это и не нужно. Но можно сделать интересную композицию, посадить 3 растения рядом и обвить стебли. Вот прям вот у меня перед глазами стоит такая картина, я очень хочу сделать это, но не в этом случае. Смотрите, как хорошо развивается личи, корневая система у него уже очень хорошая. И сейчас я готовлю землю для пересадки. Я сажала несколько, не стала их доращивать, так как мне много не нужно. Одного растенца будет достаточно, поэтому я его пересадила сейчас в питательный груд. Кстати, очень быстро растет, прям без проблем. И поставлю сейчас на светлое, теплое место, чтобы он дальше у меня развивался. Сажала я его 16 января. Табличку также оставлю и будет дальше развиваться без проблем. Так что, друзья, если вы хотите вырастить что-то такое необычное, экзотическое, купите плоды личи, извлеките семена, посадите, и будет у вас вот такое вот необычное растение. Весной, ну, ближе к лету, планирую я его высадить на дачный участок. А на этом, друзья, я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.